привет! Хочу записать коротенькое видео. Сегодня написал мне человек, который, как я понял, живет во Франции и который там сделал операцию себе. И вчера у нее произошел вывих сустава, короче. Вот. Полностью весь комментарий я оставлю ссылку под видео, где вы можете прочитать его полностью комментарий. Вот. Смысл в том, что как что получилось, получается, 2 месяца после операции человек сел на скамейку, сидел, то есть не двигался ничего там, ну как бы просто сел и в какой-то момент почувствовал какое-то, короче, движение в суставе и потом резкую боль. Вот. Увезли на скорой, кололи морфин, чтобы снять боль, потом под общим наркозом ставили сустав на место. Вот. Что получилось в итоге, причины я написал, но ответа пока нету. Так что если человек этот будет смотреть это видео, то пусть напишет в комментариях под видео, что это было конкретно. Но на мой взгляд, на вывих сустава не очень похоже. Похоже на перелом какой-то, может быть, сломалась кость, в которую был вставлен сустав, сам, или отломилась чашка. Может быть, она была не на болтах или там что-то такое. Как-то не знаю. Человеку 34 года, думаю, вряд ли, что может что-то такое случиться. Вот. В 2 месяца я уже там и приседал, и на корточках сидел. Не знаю, если человеку делали во Франции. Этот человек не писал, кажется, в каких-то комментариях. И, короче, как бы, ну, отзывался о медицине во Франции очень хорошо. Вот. И почему так получилось, тоже неизвестно. Так что вот такие дела. Еще, кстати, вот про комментарии. Человек мне один написал под видео, там, где я гуляю по набережной, написал интересную историю, как одного человека сбила машина, у которого стоял протез. Так вот, у него было 5 переломов, сустав, как бы, с ним как бы ничего не случилось, и все нормально, он также остался стоять на месте, на своем. Вот так вот, как бы. Ну, это, конечно, повезло, если так можно сказать, но всякое бывает. Такие вот дела. У нас все тает, все везде течет. Погода не очень. Вообще не очень. Сейчас я приехал в район Страшного Кировска. Ну, это так называется у нас Старый Кировск. По работе. Все, всем пока.